вот еще одна копь апатитовая. Там тут и не пахнет. Зато комаров. Вот пигматоид. Название апатитовое, значит, апатит-то все же был, а может и есть. Насквозь промокли, конечно, на гранатовой. Вот и неприятно ходить мокрым. Ползает. Интересные пласты. Это мусковит, по-моему. Вот. Смотрим. Сфотографируем. Кто-то в отвале копался. Да, она мало кто знает про нее. Ну, я на нее случайно выехал тогда. Не на ту своротку поехал. Вот красивые пачки мусковита. Шматок следы. Ну вот тоже.
И больше ничего. О, какой кристалл. Мусковита. Опять же. Вот на кварчике мусковит примостился. Красавец. Ой. Ага. Настоящая жила, да? Ну, и сюда там, и все. Да. Еще бы знать, что искать, вообще бы прекрасно было. Раздувчик надо, раздувчик. Да. Нету раздувчика. Да. Хоть бы один образец увидеть отсюда. Красиво. Все вам ху. Мох сам по себе красив. Да, мох сам по себе красив. Мелких кристаллов даже нет. Чёточек, а? Было бы хоть что-то. Намеки какие-то, да? Да. Это вот это. Сигматит. Ну да. Класс. Натюрморт. Сегодня день экскурсии получился. Ну, заехали посмотреть копи метистовая. Ни разу не был. Да, интересно. Снялся презент. Что говоришь? Нагор презент, дружи. Давай. Разглядишь? Ну да, видно что-то. Ага. Да, маленькие, мыть надо. Покрупнее. Ну вот под пеньком кварчик. Вот, гематитом, наверное, с одной стороны.